вот, ну, прямо как вот изнутри можно спокойно понять, как здесь происходит, какие, почему долгое время там у нас были где-то недопонимания, где-то что-то ругались, грызлись и так далее. И знаете, когда идут какая-то возня, в том числе и политическая, все как-то сразу, да лучше пусть там сами пока разберутся, потом обратим внимание. В прошлом году вот этот вопрос, мне кажется, достаточно эволюционно удалось перестроить. Я это вижу по таким, знаете, первичным признакам, каким? Вот таким политическим, экономическим, организационным. В городе начал работать совет директоров. Что это такое? Это же вот, ну, не просто какая-то дополнительная прихоть, давайте создадим, что это. Это единение и понимание общей задачи города. Вообще муниципалитет, я это открыто говорю, мне это как с прошлых лет хорошо понятно, я это все прочувствовал сам. Если в одиночку, вообще ничего не получается. Вот лоб разобьешь, ты можешь быть там трижды гением и так далее, монстром и так далее. В одиночку ничего у тебя не получится. Даже будет история такая, тебя будут там, не знаю, как любимчика могут условно заливать деньгами, толку никакого не будет. Пока жители, пока предприятия, пока предприниматели не будут подключаться к общему процессу, ну ничего не получается. Все, даже как говорят, что и золото тусклое бывает с такой ситуацией. Здесь ситуация иная, вот сейчас, на мой взгляд. Почему? Потому что вот это объединение, оно позволяет говорить об острых вопросах. У каждого свое есть мнение. Но, допустим, вот первое заседание проводили, я тоже участвовал в прошлую региональную неделю, проводили в энергоколледже. Вот там сидели. Но много вопросов на самом деле появилось. Есть хорошие перспективы по развитию экономики Назарова, новое предприятие. Сегодня вот на ЗМК были, там про рапсовый тот же завод уже пошла работа. Это здорово, это все, значит без экономики никуда мы не пойдем, значит идет жизнь, развивается город. Но мы понимаем, что уже начинается внутри. Мужики вот сидят, говорят, ага, у меня тут начали уже подпольно людей смотреть, как это, вербовать, переманивать, и у меня тоже вопрос. Так вот он правильно говорит, а давайте так, уже не просто так прийти и сказать, ребят, а приходите к нам работать, этого уже мало. Уже не просто надо идти и в колледж, и в техникум уже поздно ловить ребят. Их надо уже в школе, не знаю, там, в седьмом классе уже, даже не в девятом, десятом, как вот нас, я проходил через профориентацию, уже даже раньше, уже жизнь подталкивает всех с ребятишками работать гораздо раньше. И все, директора это понимают, то есть это не где-то там, а так они бы сидели и перед друг другом шкодничали. Вот, ну, вот ничего другого нету. Поэтому вот обычный вроде бы городской вопрос. А он может довести до конфликта, если не будешь коммуницировать. А дальше начнется, ах ты так, я тебе так, и понеслась душа по кочкам. Все, уже никто никого не слышит, ничего не понимает, и превратились в очередной раз в англосаксонское какое-то непонятное сообщество. Все. Сейчас вроде здесь наметилась такая хорошая эволюция объединения. Да, плодов надо ждать, их сразу не появляется.